Лучше 10 отжиманий. Оставьте мячики в покое, 10 отжиманий. Сашка, ты рыбка. Пацаны, только не делайте очень быстро, потому что я понимаю, что вы очень быстрые, но когда проверяешь, вы двух раз не можете сделать. Оставьте мячи в покое. Так. Пресс. Пошли. Уну. Дой. Трей. Патрон. Чинч. Шаса. Шапта. Опт. Ноу. Зече. Так, приседания, зече. Пошли. Уну. Дой. Трей. Патру. Чинч. Шасе. Шапте. Опт. Ноу. Зече. Хорошо. Шею качаем. Пошли 10 раз. Уну. Дой. Трей. Патру. Чинч. Шасе. Шапте. Опт. Ноу. Зече. Фокус. Нормально. Авто. Так, встали. Вторая игра. Приготовились. У всех 0-0. Чемпионат мира. Хаджиме. Как же мне отформатировать? О, вот. Мате, легли на живот, легли на живот, положили мячик, легли на живот, 10 с кулаками делаем, пошли, 1, 2, 3, 4, 5. Пресс. Складывание делаем. Это значит, вы поднимаете руки и ноги одновременно. Сус. Вот как Миша. Посмотрите. Вот так. Пошли. Уну. Дой. Трей. Патру. Шасе. Шасе. Оп. Ноу. Дети. Хорошо. Шея. Здесь чего? Пошли. Не надо мне на колени становиться, лысину делать. Брусовский мост. Значит так. Переворот, забегание. Переворот, забегание. Пошли. Три вправо, три влево. Переворот, забегание. Техника безопасности. В какую сторону надо? Техника безопасности. В какую сторону ногами надо падать? В какую сторону бруски делать? Встали в стойку, заправили, одели пояса,
Еще раз, у кого будет пояс развязан, будет ходить без пояса, без кимоно буду наказывать. Как можно быть дзюдоистом и не ходить в кимоно? Это родная одежда. Одно дело, она мокрая вся, так это другой разговор, а у вас она сухая. Это все равно, что ты на плавании сказал, ой, мне неудобно, плавки снял и стал ходить без плавок. Да, Саша? Так, приготовились к приседанию. Паши, здесь чего? Паши, уно, дой, трей, патру, чинч, шаса, шапка, оп, ноу, здесь. Тебе в два раза меньше, вот. Так, приготовили, взяли мячи. Третья игра в Олимпийские игры. Хаджи. Алло, Макс, ну пойду, сумасшедший. Ну, бегу, хай, делай его. Так, становимся вон туда,
мячики оставьте, туда ставите. Оставьте. Оставь его, не трогай. Куда ушли? Так. В лесу были? Да. Зайцев видели. Вперед, прыгаем сюда ко мне, как зайцы. Хорошо. Зайцы так не прыгают. Назад. Назад, все туда. Я вижу, что прыгает буга, Михаил, но я не вижу, чтобы заяц прыгал. Значит, ручки здесь держат. Аджи. Надя, давай, рыбка, блядь. Прыгай хорошо, блядь. Ушли обратно, вопли бы троицу. А сейчас, как Саша, как рыбка прыгает. Вот что, Саня? Ой, рыбка еще не смотрит. Смотри. Это не рыбка, блин, это тут. Ноги назад. Ноги вместе должны быть. Готовы? Один. Хорошо. Так. Этот, Саша. Николай, возьмите маску, ставьте вон туда. Вы играете в день? Сколько футбол? Так, ставьте вот сюда. Вот сюда, да. Нет, нет, нет. Сюда чуть-чуть, сюда. Еще. Блин, вот так, да, все. Значит, внимание сюда. Сели на колени. Слушай, не надо. Ты делаешь, другой отвлекается и получается что-то. Я могу. Меня это волнует, можешь ты или нет. Но все делать вовремя. Если хочешь кушать, ты идешь на кухню и кушаешь. Ты же не идешь в туалет. Значит так, то же самое. Мяч забивать не ближе. Вернее, не дальше. Вот есть ремарк. Раз, два, три. Можно только отсюда забивать. Там вы должны мотаться. То есть вы не имеете права забивать отсюда. То есть шел и... Объясняю почему. Вы играете не очень хорошо. Поэтому все ваши мячи будут лететь наверх. Раз. А раз они летят наверх, по стенкам, ну, значит, стенки тогда портятся. Все, встали. Пошли один на один, каждый сам с собой. Так, я потом покажу, кто с кем, может, разобью по-другому. Хаджина, играем в футбол. Мотаемся и забиваем. Стоп, стоп. Рыбка не падает, только на ногах. Пошли. Еще считаю. Тормоза. Уходи. Так, стоп, уберите этот мяч, вон тот возьмите. Убери мяч этот. Вон мяч. Убирай мяч все. Маш, убери тарелку дал. Да что ты споришь, бери, играй, все. Вот он, блин, будет спорить стоять. Я тебя прошу. Играйте там, вон там играешь.
Ты считаешь? Ладно, давай. Стоп! Заправь, Майкл, заправь. Да. Ну убери это самое туда. Заткни ее. Три. Будьте аккуратны. Не считается. Я знаю. Три мата должно быть. Вот когда остаются три. Встречать надо там, а не здесь. Там надо встречать меня. Стоп, иди сюда. Иди сюда. А ты где сюда? Еще раз. Раз, два, три. Оттуда бьешь. Не отсюда. Вперед. Правильно, а как что делать? Что должен делать? В туалет идти, что ли? Спасибо, мы там. Да играй ты, что ты споришь? Забей на один мяч, забил мяч, тот и выигрывает. Последний, кто забьет, тот и выигрывает. Вот. Ты сейчас выигрываешь, вот пусть он отыгрывается. Куда ты ушел? Вот здесь встречаю. Мама, ты резко, ну что ты возьми, стоп, Миша. Возьми эту штуку и закрой. Миша, возьми вот эту и сюда. Вот возьми отсюда, вот отсюда, Миша. Поролон засунь туда и поставь. Подальше его и майку поставь сюда. Чтобы не вылетало. Сейчас и так. А что я не напомню, чтобы все? Да ладно, ты меня сейчас вообще так бумы. Yeah.
ближе не подходить. То есть если они ближе бросили, попали, не считается. Саша, ты считаешь Максима? Миша? Максим, сюда. Ты сюда считаешь? Саша, сюда? Да. Миша, ты кого считаешь? А ты считаешь его? Смотри, наверное, иди туда. Отошел два мата. Нет, нет, мат, три мата, три мата. Три мата? Нет, два, 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 два. Ты его считаешь? Так, Саша, ты его считаешь? Понятно? Да. Готовы? У вас минута. Считайте вслух. Ответ. Ты развернись сюда, а ты развернись в свою сторону.
друг другу навстречу движение. Один сюда, один сюда. Минута. Шаг, шаг. Макс, а сколько же ты? Трест? Трест? Все пьем этот чай, а я и сам.
А ты из-за него, да? Да. Пошли. Пошли. Уно, двое, три, патро. Чищ. Так, хорошо. Чищ. Он чемпион. А чемпион всегда делает чуть-чуть больше, понимаешь? Он всегда старается сделать чуть-чуть лучше. Чуть-чуть больше. Тогда на соревнованиях будет меньше проблем. А что за это? Пошли. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, перевороты забегания. Пожалуйста. Два вправо, два влево. Катерина, и что? И что? Мы тебя подождем. Хай. Мы тебя ждем. Еще раз, Катерина, ты это сдаешь экзамен на тебя. Понимаешь, тебе идет оценка журнала. Давай, давай, еще. Что ты до стенка, до дряха. Моя форма, дряха. Это все? Да. Хорошо, встали, пошли в руку. Нет, не вперед. Стоп! Команды не было. Не было. Не было.
Прям спустим от санда, так что... Приготовились. Ну просто здесь. Стали. Отсюда. Ты бия. Это ты бабы. Это подстрелка. Подстрелка. Чьи ты, как есть пуга? На пуга. Еще раз его, блин. Еще раз, еще раз. Куда? Ушел оттуда. Ты что берешься? Бегать надо, а не стоять. Пасами там все бери. Ты сейчас от меня получишь. Постарайся по лицу бери. Давай, мочи. Хорошо, стоп. Все вышли, Саша, дали. А можно я сяду? Саша, на одной ноге прыгай. Я знаю. Все прыгай. Иди сюда. Ой, все, ладно, давай. На моем плите я хожу. Ну ты не прыгаешь так. Ой, мне. 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 Носки надо снимать. Убегай, что еще раз убегай. Все, можно. Так, Миша. Миша, красавчик, кому забавно. Следующих через одного. Два раза, все. Давай, давай, давай. Ты меня добавишь? Я уволилась.
eu atins amare. Amare, l-ai atins, așa? Nu, 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 Агенту да, один сюда садится, один туда, один туда, один туда, сели. Ближе, 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 Саша-то, ближе, ближе. Так, значит, стоп, внимание сюда, Миша только, значит, задача Мишу забрать мяч. Вы сидите на коленях, и передаете... Вы слышите, что я говорю? Вы передаете мяч друг другу. Мяч больше 3-4 секунд держать нельзя. Нельзя держать. Я считаю, раз, два, три, четыре, пять. У кого мячик, у того забирает, тот бегает. Миша, готов? Да. Все, хаджина. Главное, Миша, чтобы ты задел его хорошо. Следующий. Я? Ты? Подожди, он открывает мяч, меняет направление. Если сделать чуть-чуть, то... Али. Если выходишь, что трудно засунуть что-нибудь. Еще можно накрой или уже сами. Готовы? Пойдем. Есть работа, хочешь? Давай, приготовиться можно. Надо где? Саша, надо бегать, надо стоять. Да. Чтобы там написать Юриса. Время вот. Стоп, на темп он ставит стойку. Значит так, мяч бросать нельзя. Причем надо коснуться. Если коснулся мяч, то оставляешь его, убегаешь. Налив ты с мячом. Понятно? Бери мяч в руки, Миша. Бежишь, коснулся того, оставляешь мяч и убегаешь. Тот с мячом должен бежать за следующий. Паша, пошел. Раз, все. Теперь ты водишь. Убегай! Я трескаю. Ну, трескаю. Я огромный. Бросать нельзя. Не бросай. Стоп, Миша, почему ты стоишь? Куда встань? Я Сашу хочу. Ну, и что ж ты хочешь? Тогда игра интересная. Ты должен убегать. Дай-ка ты мне. Еще раз выйди отсюда. Надо убегать. Я хочу, тогда не игра получается. Хорошо. Стоп, сейчас я по-другому сделаю. Так, дай Катерине мяч. Катерина, у тебя одна минута. Кого? Кого дотронулся за мячом, тот идет ко мне. И все, кто будет здесь, будет 15 раз приседать. Тебя минута. Так, беги и бегай дальше, ко мне. Вот так, Саня. Ты вернулся, Саня. Нет, нет, нет. Матея. Отдыхаешь из серии 15 приседаний. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз.
2, 3, 4, 5. Взял мячик. Дайте ему мячик. Стали. Ко мне. Готовы? Так, у тебя есть 30 секунд. Так, ушел. Нет. Макс, ко мне. Отдыхаем, я сказал, да? Что у вас? Что я сказал? Я что сейчас сказал? Так, раз, два, мат берет. А ты 15 раз прощался? Нет. Приготовили, встали. Максимум цены покинь. Да, вот смотри внимательно. Иди сюда, я тебе научу. Джек! Секунд осталось. Кто Мишу поймает? Дам рубль. Можно я? По рублю? По рублю. Саша и Миша сюда. Нас приседали. Пошли. Лошади. Уно, два, три, два, шапка, шапка, оп, уно, два, три, патру, чинч. Сашу, запери мяч. Так, если, Саша, если ты всех... Все будут по 50 раз начинать. Да, 30 секунд. Хочу. Кого наказать? Абай. Я же сказал, что
Ирка и Саша шапку завязаны. Что? Бежите, сейчас что не потеряли? Пиминутненько. Так, ну Миша, у тебя 30 секунд будет. Сделай так, чтобы они все приседали. Ну, можно мне отдыхать? Нет, я тебе сказал, отдыхай. Я думаю, что сейчас побегаю и сейчас... Не надо думать. Я же сказал, Мишу потом хорошо бегать. Еще раз, вывод, слушай тренера. Тренер сказал, ты сделал. Тренер же не так просто говорит. А, Валь, а у вас тренер не будет? Ну, магнитешь. Ну, магнитешь, ну, что? Магнитешь. Ну, смотри. Да, щипа. Миша, ко мне. Борис, ты выпьешь на тарелку? Борис. Борис. Готовы? Да. Аджина. Пошли вокруг ковра. Миша, не нервничай, что ты нервничаешь? Они уже это, они же продумали. Так, Даник, иди сюда ко мне, родной. Так, Батук ко мне. Ты идешь в Владимир, да? Кто ж он учил, то он и делал. Дэн, ты борешься. Берешь чучело, но идешь в пол туда и делаешь бросок. Да, делаешь, смотри. Делаешь вот бросок, чтобы он нам сказал, Владимир, уходи в сторону сюда. Смотри, чтобы он у тебя падал сюда. Так, по синей линии. Хорошо? Делай 15 справа, 15 лево. Как только сделаешь, говоришь мне, и я меня убираю. Но только постарайся недолго, чтобы ты устал немножко. Чезар, Матен, на ковер, пожалуйста. Нет. Чуть-чуть подними, чтобы он летел хорошо. Да. С 4 минут он минуту завязывает. Ноги вперед, затащи его и работает. Один балл пацаны. Смотри, за ковром, смотри, за ковром.
дальше. Просто чтобы ты просто поузнал, под вдох ты подержал бы закрыть. Я знаю, что ты чего ты знаешь? А что, руку тяжело выставить в упор? Нормально все пошло. Что нормально, он тебе перешел на удержание? Я если, чтобы пол сделать, ты еще раз отрубил. Я бы ногу засунуть. Что? Я бы ногу поставил. Какую ногу? Левую. Куда? Куда? У него наш живот. Какую ногу? Зачем? Что? Чтобы он удержание не сделал. Вы, так ты зачем его отпустил? Ты зачем его держал? Объясни мне. Остается 3 секунды, он переворачивает тебя. Что там случилось? Ударился? После лека. Честно, что случилось? Да что? Этот самый. Бутук, замени Чезаро пока. Чезаро. Нормально будет, да? Владимир, тебе не стыдно, блин? Тебе не стыдно? Даник, Матвей. Владимир, тебе не стыдно проигрывать его удержание? Вы что, договорились? Ты тебе деньги платишь? Так давай я тебе удержание тоже делаю. Юрий Александрович, ну там тоже деньги нужны. Ну я понимаю, ты хочешь поддаться, но зачем? Пусть он пытается, но не делает. Одел пояс. Вот тут иди с Даником пока. Да. Оставь чуть-чуть. Оставь. Еще раз. Ложись на спину. Да. На спину. Только на спине лежишь. Даник, ты должен ему удержание болевое сделать удушающее. Вперед. Он только на спине лежит. Честно, под зубы так нельзя, не можно. Может, закрепить сторону головы, Влад? А он ногу берет. Да, пора сдаваться, блин. Ты жми колени на голове, когда он успеешь идет перцевать. Ты жми наоборот колени. Осталась минута. Колено в заднюю сторону. Влад, колено в заднюю сторону. Есть, Влад. Влад, молодец. Ушел Даник. Пошел. Рука. Видишь, он лежит, он мертвый. Вперед. Влад, стоп. Стоп. Нет. Влад, стоп. Сюда перейдите, пожалуйста. Теперь ты пропускаешь. Блин. Но не душился, я точно. Ну и что? Я бы вышел. Вышел, а потом бы шея болела. Смысл? Да. Поворачивайся на живот, честно, на живот и все. Все, да? Да. Что с тобой, сын? Матвея. А он пата не может. Стали. А он только в стойке будет? Да. Плохо. Вернее, как, не то, что плохо, а все-таки шансы на победу. Заправились. Стали, заправились. Не уходим с ковра. Не уходим. Стали, заправились. Что такое говорит? Да, встал? Устал? Да. Угу. Хорошо. Даник, выходи. Ты что, ты, вот эти два салата тебя замучили? Нет, голова болит. А, голова болит, да? После бросок, наверное, да? Да. Ну, сядь, отдохни тогда. Завяжись, заправься, сядь, отдохни.
Так, внимание сюда. Все, кто слушает позицию, только смотрите. Я на коленях. Я на коленях. То нижняя атаковала. А сейчас одна минута одному, одна минута второму. То есть две минуты. Верхний атакует. То есть что? Проход на удержание. Да? Как перейти отсюда на болевой, на удушающий. Но если снизу работает человек, и сверху он должен работать. Пожалуйста, пошли, потом покажете мне. Садишься между ног. Сверху назад. Назад нельзя работать. Тем более грязную холодную. Да я не подопался. А что? Туалет. Пописан. Не надо расставлять. Я капалит честно. Пожалуйста. Пожалуйста. Да я серьезно. Пожалуйста. Ты только что тут не дал. Да я там открыл. Давай. Вот это ты у меня все. Сейчас за первый раз по черепу. Семь. Ну, кто между ног? Кто между ног? Что может сделать? Первое. Прижать ногу и перейти на удержание. И сделать удержание. Раз. Просунуть одну руку между, отсюда сделать дальний узел, узел на руку. Вот. Можешь полежать, да. Вот тут можешь полежать. Полежать можешь, кстати, здесь. Песню отпитали, пожалуйста. Отсюда болевой на руку. Да? Любой на руку. Давайте на первый. Болевой на ногу, наверное, можно сделать, да? Так пальцы должны, да? А все, что можно. Болевой на ногу. Только приемом надо показать. Что? Только приемом надо показать. Ты покажи два. Чем больше, тем лучше. Чем больше, ты знаешь, как тебе легче выйти. Так. Не боремся, а отрабатываем прием. Один, второй, третий, четвертый, пятый. Маты удушающие отсюда можно делать. Болевой на ногу. На руку. И переход на удержание. Маты поменялись. Теперь другой на колени. Анатольевич, а как отсюда болевой на ногу? А как на любой? Отсюда? Да. Чем отсюда делать болевой на ногу, если можно сделать болевой на ногу? А, вы сказали болевой на ногу, а как вы сказали болевой на ногу? Артём, скажи, пожалуйста, в партере бывает только одна ситуация такая? Нет, я не сказал, что все сделать. Так я знаю, болевой на ногу знаю как. Я все говорю бороться. Я понимаю, как вы сказали, болевой на ногу. Я не понимаю, что это делать. Взять отсюда и захватить. Могу вытянуть? Не ты, он делает. Так, я понимаю, как вы сказали, как же болевой на ногу. На это можно сделать? Ну вот, если я вот так вот держу, можно сделать. Артём, ты умеешь делать этот прием? Да. Я тебе сказал бороться, защищаться, нет, ты стал показать те приемы, которые можно здесь сделать. Ты же вроде хорошо учишься. Я Хорошо учишься. Просто покажи мне прием. Зачем обязательно ноги прием? Когда ты будешь бороться, это все другое. Неправильно. А, так? А ну еще раз, так. Да. Ну так нифига не получается. Я просто мне так делаю и руку выпрямляю. Нет, то, что они все, идет, правильно. Раз и болевой. Удушающий отсюда. И переход на удержание. А переход на удержание можно это перед чем включить? Еще раз. Зачем, если ты между ног проходишь? Вот ты между ног, вот сейчас ты делаешь.
Вот, можно так выдержать. Это что, переход на удержание? А, удержание по самбо, да. Так считается это будет? Ну, по самбо считаем. Вот ты покажи, скажи, удержание по самбо. А вот это удержание по дзюдо. А это удержание по греплингу, да? Хорошо. Мате. Так. Пастухов, лицом ко мне садись. Влад, ложись спиной, головой ко мне. Так, пожалуйста, Пастухов показывает приемы, которые можно отсюда сделать. И, например, можешь даже сказать, удержание по самбо. Раз, зафиксировал одну-две секундочки. Болевой на ногу по самбо. То есть, или болевой на ногу. Готов? Да. Пожалуйста, хаджиме. Удержание под дзюдо. Да, ну, удержание. Так, переход. Дальше. Вот, если он держит ногу здесь. Если... Так. Так. Удушающие болевые. Что-то есть? Так, болевой. Так. Удушающие. Что-то еще знаешь? Болевой есть, болевой на... Так, хорошо. Что ты еще знаешь? Можно вот еще удушающий. Вот еще один удушающий. Если он перекрестил ноги сзади, как в треугольник. Ага. Если болит. Так, да. Можно вот сюда взять. Ага. Хорошо. Все. Так. Сейчас у нас вы будете нападать и защищаться. То есть после каждого раза... Да. Можно, пожалуйста, чуть болеть? Да, можно. Так, это один на спину. Нету выдачи? Есть сюда? Нет. Я подержал, чтобы тебе делать. Перечим. Смотрите, один снизу, один сверху. Прорыв. Готовы? Все приготовились. Даня, кто поступил? Да, вперед, что ты ему? Наступи на яйца, и все. Схвати его за яйца, и все. Нет, я и скажешь ему. Аккуратно. Готовы? На время, да? Садись между ног. А кто защищается, или оба нападают? Ну, у тебя есть нападающий прием? У него есть. Но ты этот, аккуратненько, то шуба. Хаджина! Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Матея, поменялись. Видишь? Слышал, как Пастухов сначала отвечал? Не из-за этого сначала. А я слышал. Поменялись позициями. Готовы? Аджи! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мате! Хороший был прием, Пастухов. Какие деньги, блин. Сам сделал и сам получил, блин. Поменялись. Как можно взять так просто легко пропустить? Пастухов, да и теплее, если находишь уход с удушающим вот этот треугольник, 100% любого уходит. Готовы? Хаджиме, боремся. Уно. Дое. Три. Пасту. Чи. Стоп. Мате. Мате. Кто душил? Чезар? Да. Ты да он не душил. Не душил? Я в прошлом душил. Что вы смеетесь? То есть, ну сейчас не душающий ты пробовал, нет? Нет. Хорошо. Поменялись. Я просто хотел как раз кое-что показать.
Приготовились, поменялись. Дарик. Отжимание приседания вперед делай, пожалуйста. Че? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Не двигаться! Не двигаться! Сонного не двигаться! Так. Здесь никто ничего не сделал. Здесь что-то наполовину, и здесь удержание. Поменялись. А та за оборотом встать? Нет. Ты взял за руки, это просто удержание. А, так и считать? Да, удержание считается. Ты же ушел. Приготовились. Делайте, смотрите, для того, чтобы было интереснее, по грэпплингу, когда сверху садитесь на туловище. Раз. По самбо, когда вы между ног и держите туловище. То есть ладони должна проходить. А под дзюдо сбоку. Вот у вас три удержания разные виды борьбы. Дальше. Удушающий. Под дзюдо. Есть. Болевой на ногу на руку и под дзюдо и по самбо и по греблю. Внимание. Джон! Смотрим. Смотрим. Три. Четыре. Ногу одну снизу поставь. Пять. Шесть. Вот эту ногу снизу поставь. Семь. Восемь. Девять. Стоп. Ответ поменялись. Ты выключил руку, взял отсюда, и две ноги у тебя сверху. Вот смотри, Артур, выключил эту руку, вот эту ногу между ног и переворачивай. Приготовились. Джен. Раз. Сделал? Да? Встали в стойку. Теперь Артем мне задавал вопрос, что делать, или он просто хотел показать, наверное, болевой тут, да? Но тут болевой только по взрослым погрешениям идет. Нет, там скручивание идет. Поэтому я думаю, его могут не разрешить сделать. Я тут болевой раза два видел по грэпплингу, или по джиу-джитсу где-то. Но где-то, но я думаю, что больше по взрослым, чем по детям, могут не допустить, потому что он все-таки... Потом ты мне покажешь, я еще раз посмотрю. Так, Андрюшенька, ты хочешь встать и заправиться? Встали в стойку. Андрюха, у тебя какой сторону в стойке? Я уже смотрю. Падение. Подхват под две ноги. Красавчик. Я помню во вторник тут бросочек красивый. Так, Владимир, что делает Бутун? Довольно неплохо. А? Владимир, что там, ударился? А, там татуировка сошла, да? Еще раз, смотри, он делает с колен. Ты головой не тупишь. Ножки не держи прямо. Так, вы идете на свое место, туда, а сверху сюда, сверху я прошу вот здесь сделать бросок. Чедро, проходите сюда. Вы его боитесь, Чедро? Да, да. Как ты себя чувствуешь? Слабше? Нормально все, да? Сейчас борются? Да, сейчас будем бороться. Владимир, ты готов бороться? У тебя там что? Ноготь что-то? Нет. Все нормально, нет, да? А то я сейчас на тебя данный проблемы. Нет, 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 комментарий. Я за него боюсь. Готовы? Аджина? Борется? Борется. Пар 37 секунд. Так, все, я чувствую, все хорошо? Да. Я тебя бросить не могу. Я вот не закрыто там, я вот сейчас сомню замок.
Постараюсь свой побороться. Как раз я для тебя, да? Еле двигаюсь, силы нет, толстый, блин, пузатый, сопыша. О-о-о-о-о! Я офигел, Владимир! Стоп! Матер! Ставим стойку! Японка, хлопайте, Владимир! Красавец, Владимир, блин! Посмотрите, что делал Влад. Он подошел, раз, и остановился. Он остановился, то есть остановил его туда, бросал. А он сюда раз кувырок развернул его и со спина, и пол. Джек! Молодец! Молодец! Красава, Владимир. Так держать. Владимир красавчик, блин. Просто он стал бороться посильнее, пацаны, ему стало легче. Все? Если будет там, да. Опа! Стоп! Мате! Насколько можно там? Мате, я извиняюсь. А ты хотел бросить его только? Вот такую похлопаю. У него есть коронный прием, который он уже делает. Аджин! Все, а я свой для тебя. Вот и ты для меня. Есть! А его срезаешь. Ну я... Ладно. Ему нет. Это лицеисты только. Спасибо, что напомнил. Лицеисты только. Че за стоп? Далеко ушли. Хорошо, молодец. Опять! Молодец, Бутов. Влад, ты на руки вместе не ставь. Все! Не держи его 20 секунд, видишь, он уйти не может. Владимир, что-то у тебя там такую, блин, какую-то закорючку делает классную. Я, наверное, в интернете выставил. Никто это еще не делает. Молодец. Стоп, стоп, что, все нормально? Кстати, тоже можешь, Владимир, по ногам наступаем, блин, и все. Три минуты осталось. Ну, а у базари есть. Базари есть. Все, стой, что? Стой, стой. Где он, Андрюха, туда? Андрюха, раз. И блин! Нога нормально подходит? Не выводишь. Делаешь сразу прием, то есть нету подготовки. То есть при таком приеме он должен пойти вперед, чтобы туда. То есть что-то надо ему, что-то не зацепить, что-то назад, сзади, а потом переднее. Он сразу реагирует. Если ты показал назад, то вперед, может быть, и хорошо получилось. А так получается. Хорошо, Влад, Бутов, стойку. Следи за ножками, Андрюха. Не крести, пожалуйста. Когда ножки пошили. Да, когда про пастухов летал, сейчас уже все. Игорь уже боится приходить. О-о-о-о, Чеза, красавец! Все, хорошо, стоечка, Чезар, умница. Красавец. Не дал сделать, а потом сам ушел, да. То есть не по ходу движения, а остановил. Ну, переподсечь надо было, Владимир. Он подсекает, а ты переподсекаешь.
Влад, он хорошо летит с упором ноги, Артем. Вот. Нет. Ты мог здесь его перевернуть. Да, да. Просто под едой, я думаю, защитить. Так просто, я бросил. Да, что ты, кого ты бросил? Честно, вставай. Да вот, посмотри. Кого ты бросил? Он упал на спину, или я перекинул. Андрюшенька, кого ты бросил? Да посмотрите на видео. Он остановил тебя, а потом сделал бросок. Он упал на спину, и меня перекинул. Нет. А вы не смотрели, посмотрите на видео. Да я вот видел. Если я вижу, я могу сказать. Он упал на спину и меня потом перекинул. Правильно. Он так делал бросок. Смотри, уже. Он делал бросок. Я. Он. А какой? Я взял, ну, через... Ты делал вперед, а он тебя назад бросал. Так он упал и потом меня. Андрюша. Да посмотрите. Хорошо, дома упал. Я не могу сейчас просто. Я куплю ноутбук и вместе с тобой. Только ты будешь ставить денежку. Поставил денежку, и я поставил. Кто прав, того денежка остается. Смотри, чтобы завтра. Ударился? Все хорошо? Да. Сейчас, то есть, как, я думаю, что это... Ой, Владимир, что ж ты его не бросил? За него все время. Вот. Ну, стоп. Вот это кто? Пастухов. Все время за него и разворачивает, чтобы это был бросок до конца. Сейчас могли дать, могли не дать. Чуть-чуть. Не дали. Не знаю. Если бы спинчеш, он бы дал бы, потому что ты мой. До конца, до конца. Держи его, Владимир. Нет, оценка есть, Владимир. В Азаре. Нет оценки. Я дзюдо. Владимир, стоечку, пожалуйста, встань, чтобы там не ударили. Даник, тебя проводи домой. Не потеряешься? Спиной не сиди, когда борется. И кувырок. И все, у тебя в Азаре есть. Ту сторону кувырок, не просто перешагнуть, или на болевой, или кувырок, да. Есть. 90% купон и 10, что в Азаре, Владимир. Владимир Камов, 6-100. Мате, добро скажет, кто выиграет, на этом схватку заканчивает. Пожалуйста. Все, встали. Готовы? Golden Score. Ну, кто у нас становится чемпионом? Джен! Работают все радиостанции Молдовы. Теле радиостанции. Я вот сейчас куплю ноутбук. Ой! Артем хлопает. Красавец. Вы снимали? Но здесь еще? Все? Все. А вы что не будете? Владимир, стоп, бутук, перейдите сюда. Артем, туда перейдите там. Если будете что-то делать, туда. Сейчас. Влад, если можно, туда. Ну так вы боретесь или нет? Пацанам идти надо домой. Что будете? Водички. А? Ну, Владимир. Нет, делай болевой. Делай удержание. Ай, зачем на спину лег? Стойку. Владимир.
А с икони? Ще е слух. Типон. Типон, кто там удержание делает? Типон. Андрюха, блин, какой бросок просрал. Поклонились. Все, можете покачаться, можете идти домой. Какой бросок, блин. Пойдет голова сегодня, поехали. Я не буду. Красивая музыка. А это Влад. Бутука. Не, не бутука, а бутука. Ну, Владимир, залез на задницу, блин. Опа! И базаре! Все время! Бросок! Пожалел Владимир его, пожалел! Так залезть на заднюю, убрать ногу. Мальчики, быстренько построили все. Серго, быстренько все построились. А, ты это... Нет. Построились. Так.